Добрый день, дорогие друзья, уважаемые зрители нашего сегодняшнего вебинара. Я напоминаю вам, что мы продолжаем серию лекций, посвященные работе с молодежью в области краеведения. И сегодня с нами в гостях Глеб Владимирович Алексушин. Он проведет для нас свою лекцию. Глеб Владимирович является победителем всероссийского конкурса краеведов, работающих с молодежью. Кроме того, Глеб Владимирович является профессором Самарского государственного экономического университета, доктором исторических наук. Сегодня мы с вами отправляемся в Самарскую область, и наша лекция будет посвящена методическим практикам и опыту по работе в области краеведения. Глеб Владимирович, здравствуйте. Спасибо большое за нашу сегодняшнюю встречу. Я не буду долго задерживать начало эфира, поэтому с удовольствием передам вам слово. Ну, добрый день всем. Большое спасибо Российскому историческому обществу и за этот конкурс, который позволил, я надеюсь, предоставить тем, кто занимается краеведением, инновационными практиками и технологиями. Вот, и постараюсь сегодня действительно представить свою работу, которую я проводил в Самарской области достаточно давно, в направлении, которое мы привыкли с вами называть краеведением. Хотя, конечно, на самом деле все значительно шире, и отторгать то, что мы называем краеведением, от других дисциплин не только не стоит, но и это вообще невозможно. Об этом я как раз сегодня и расскажу. Позвольте представить вам свою презентацию и постараюсь разграничить наиболее интересные практики путем стыковки с различными своими проектами. Давайте начнем. Первый мой проект, которым я по праву горжусь, который, как я надеюсь, сделал не только достойный вклад, но и существенно изменил вообще состояние краеведения в Самаре и Самарском крае, это был проект «Самароведение». Начался он в 2012 году. Вот, при поддержке руководителя департамента образования нашего города Надежды Борисовны Колесниковой, и вот в союзе с ней получились те три книги, которые вы видите на экране. Книга «Самароведение», книга «Самароведение» для 7-11 классов. В 2012-2013 году они вышли, соответственно, при поддержке департамента. Суть была в том, что я постарался обобщить ту практику, которая должна была происходить в так называемой второй половине рабочего дня. Это деление, собственно говоря, на три части. То есть первая часть – это набор небольших лекционных материалов по каждой выбранной теме, а тем было взято примерно 4 на каждый год. И, соответственно, если первая книга включает в себя практику работы с 1-6 классами, то 6 умножить на 4 – 24 темы. 7-11 класс, то есть 7-8-9-10-11, 5 на 4 – там 20 тем. И вот в каждой из тем три блока. Первый блок – это лекционный материал, второй блок – это экскурсия, которую преподаватель мог провести самостоятельно с опорой на уже проведенные лекции. И третий блок – это такое творческое мероприятие с детьми по результатам первых двух элементов. И вот эти вот 44 темы, они в этих двух книгах были предоставлены. Были сформулированы сами темы, были даны лекционные материалы к ним, были предоставлены темы экскурсионных маршрутов, показаны сами маршруты, выстроены объекты. То есть преподавателям оставалось только все это взять и провести. Третья книга, вышедшая также в 2013 году, любопытнее еще больше. Очень часто, коллеги, я думаю, все в курсе, возникают не то чтобы трения, а, скажем так, разные попытки двигаться по-разному в разных дисциплинах. Есть краеведы-литераторы, есть краеведы историки, есть краеведы-географы, и каждый видит это по-своему. В этом издании я постарался отойти от этой пагубной практики и соединить вообще все, что только возможно. Я взял все школьные дисциплины, какие имеются вообще в курсе,
и по каждой из них собрал материалы с коллег, там, где не получилось, предложил свое видение с разных школ, и получилось что-то такого вроде сборника практических наработок. Меня, конечно, потрясли учителя математики, они лидировали прочно и уверенно. Вот. Не историки, не географы, а именно математики. Они, оказывается, научились считать геометрические пропорции разных зданий. У них интереснейшие наработки по подсчетам, связанным с чем-то, и со статистикой, и с историей. То есть они очень хорошо продвинулись в краеведении. Вот. Но где-то было все достаточно плохо. И вот, например, для физиков я предложил видение самарской истории. У нас очень много связано с авиацией, космонавтикой, с двигателями. Поэтому есть о чем говорить. Для химиков нашелся также простор. Там, например, Нобелевский лауреат по химии академик Семенов из самарского, из самарской истории. А он единственный Нобелевский лауреат по химии в России. Поэтому там интереснейшая тоже взаимосвязь. Вот. Но на этом мы не остановились. В 2014 году мы перешли с руководителем самарского управления образования на другой уровень. И вместо того, чтобы заниматься второй половиной учебного дня, мы перешли к практике новой учебной дисциплины, которая получила название «Самароведение». Вот вы видите сборник рабочих программ, изданных в 2014 году для этого. В 2015 году вышло учебное пособие для этой дисциплины. И, собственно говоря, с 2015 по 2019 год эта дисциплина реально воплощалась в жизнь во всех школах Самары. Для этого было издано самароведение учебно-методическое пособие для преподавателей. Но это уже мой дополнительный сборник, в который вошли еще дополнительные элементы. И в ходе этой работы я осознал и реализовал еще несколько задач, которые передо мной коллеги не ставили, но я сам преподавал в школах эту дисциплину и почувствовал необходимость в этих материалах, поэтому вышел в 2017 году «Хрестоматия», и в 2017 же году вышел «Визуализатор». Это очень интересная вещь. «Визуализатор» — это, ну, вы видите такую длинную белую полосу, я ее разместил вертикально на фотографии, чтобы она уместилась. На самом деле она горизонтальна. И если ее издать в большом объеме, то она покажет фуркационные точки развития истории Самары и истории Самарского края. Причем я их интегрировал, там 5 слоев в визуализаторе. Это слой мировой истории, слой российской истории, слой поволжской истории, слой истории Самарского края и слой истории Самары. И получилось как бы интегрировать и стыковать, потому что очень часто краеведение является проекцией российской истории на краевой материал, или наоборот, краевые события формируют российский материал. Вот. А еще вот эти вот два пакета, которые вы видите, это вообще этих пакетов 4. Это комплексы карточек, которые я разработал для улучшения системы оценки. Вы знаете, очень большая проблема, я думаю, сейчас коллеги из школы меня хорошо поймут, достойно оценить ученика. Очень много пристрастий, нам кажется, что отличнику нельзя ставить 2, хотя он там раньше там имел заслуги, а сегодня вот он не подготовился. Да? То есть вот эти карточки, они выглядят как матрицы. Это матрица, состоящая из 6 ячеек. Вот. И в этих ячейках, в карточках предложены вот такие вот неразрезанные комплексы из карточек, которые потом раскладываются. Они выглядят вот такими маленькими. Вот. И под них матрица, которая включает в себя 6 позиций. Нужно разложить эти карточки. А учителю просто остается поставить объективную оценку. Он вообще не участвует в оценке ученика. Ученик сам оценивает себя. Положил 2 правильно карточки. Ну, оценка понятная. 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. 6 – это уже так, для красоты, но можно какой-то бонус придумать. Вот. И вот эти карточки моим детям очень нравятся. Я до сих пор преподаю с их использованием. И, вы знаете, им очень нравится вот эта вот объективность выставления оценок.
и нравится, когда их не оценивают субъективно. Вот. Ну и последнее мое достижение. Да, значит, в 2019 году Самарский край пошел дальше. Дисциплина самароведения была отменена, потому что Министерство образования и науки Самарской области перешло к общей дисциплине по всей Самарской губернии под названием «История Самарского края». Я тоже начал перестраиваться. И вот первый плод этого года – «История Самарского края. Атлас». Этот атлас включает в себя разработанные мной и моими коллегами карты, которых в интернете не найти. Это разработки именно такого рода, которые мы сами делали. То есть они выполнены в классической атласной манере, но при этом они, ну, их невозможно просто увидеть в интернете, они уникальны. Вот. И среди созданных карт некоторые вообще как бы меняют в каком-то смысле не только историю края, но и историю России. Вы видите карту РДФР, Российской Демократической Федеративной Республики, которая была в 1918 году со столицей в городе Самара. Вот. Ну и так далее. Под это самароведение было разработано огромное количество экскурсий. Вот вы видите список, подробно на них останавливаться не буду. Хочу сказать, что я вообще экскурсовод, часто вожу экскурсии по Самаре. И помимо всего прочего, разрабатывал немало различных инновационных экскурсий. Это экскурсии-викторины или экскурсии-квизы, экскурсии-квесты, экскурсии для двух преподавателей и так далее и тому подобное. Здесь все представлено довольно простые вещи, но, тем не менее, разработка достаточно большая. И, поверьте, это далеко, далеко не все. Если вот в представленных мною двух книгах вообще мы имеем только 40 экскурсий, то, учитывая вообще количество разработанных мной экскурсий, оно, ну, превышает, я думаю, сотню, это уж точно. И, соответственно, есть из чего выбрать. Можно взять подобные аналоги для вашего города, это несложно. Вот. А помимо экскурсий, мы разработали с моим коллегой, с Александром Житковым, такую концепцию, которая у нас получила название «Экскурс». «Экскурс» — это виртуальная экскурсия, которую мы проводим. Она рассчитана строго на 40 минут под условия обычного занятия. Это школьная группа, но мы можем провести и для студентов, и для других интересующихся. Опыты уже были, все достойные. Вот. Но для школьников это вообще самое то. У нас несколько разработанных экскурсов. Покажу с картинками три из них. Первый из них – Самарская крепость. Значит, в чем вообще идея экскурса? Сейчас современная молодежь уже переела интернета так, что, наверное, у кого-то даже отторжение иногда начинается, это хорошо. Поэтому для проведения экскурса мы разрабатываем какой-то макет. Вот вы сейчас видите макет метр на метр, это макет Самарской крепости, собственно, экскурс так и называется, Самарская крепость. Мы привозим этот макет, показываем его детям и 40 минут рассказываем о том, как выглядела Самарская крепость. Макет сделан нашими руками. Вот. Это точная копия Самарской крепости с указанием имеющихся на ней количества зданий, с протяженностью стен, с количеством башен, с их внешним видом и так далее и тому подобное. Второй экскурс у нас – это Самара космическая. У нас 4 модели ракет, здесь вот 3 из них представлены, показывая презентацию, как и в первом случае, так и в этом мы с помощью моделей ракет, которые ходят по детям, по их рукам, существенно расширяем кругозор и, я бы даже сказал, не кругозор, а скорее спектр восприятия, да, то есть аудиалы, кинестетики, визуалы и так далее. И получается намного лучше. Детям запоминается, нравится сравнивать по высоте. У нас еще энергия Буран, 4-я модель. Вот. Ну, и вот я как раз надеюсь, в следующем году, когда мы будем праздновать 60-летие полета Гагарина, у нас этот экскурс опять будет востребован и сыграет свою позитивную роль, потому что, ну, коллеги, опять же, из школ прекрасно знают, да, что
вроде учишь, вкладываешь, и тебе каждый год приходится новые и новые подростки, которые ничего не знают, и снова нужно вкладывать и учить. Поэтому у нас каждый год одна и та же проблематика. И вот третий экскурс, самый насыщенный по моделям. У нас 23 модели для него разработаны. Это парад 7 ноября 1941 года в Куйбышеве. Самый большой парад, который был проведен в 24-й годовщине октября, в период Великой Отечественной войны. Парад действительно включал большое количество разнообразной техники, и мы склеили 7 самолетов и, соответственно, 16 единиц наземной техники, которые представляют самые разные воинские части. Дело в том, что очень ходит много мифов про этот парад. Например, что пролетело 600 самолетов, некоторые даже до 700, там увеличивают цифру. На самом деле их было 239. Мы показываем все 7 моделей, которые вот, умноженные на неоднократное количество, составляли эти 239 машин. То же самое и с техникой. Ходят легенды про Т-35, которого никогда не было на нашем параде, про другую технику. Поэтому мы показываем настоящую технику. Она вся в одном масштабе. Это, кстати, принцип наших экскурсов. Если ракеты выполнены в масштабе 1 к 144, то все эти модели выполнены в масштабе 1 к 72. И они позволяют показать достаточно качественно, на мой взгляд, технику Великой Отечественной войны и сам парад. Кроме того, в ряде документальных фильмов, которые имеются в интернете, любители истории Куйбышева могут не раз обмануться, смотря про этот парад, потому что кинематографисты, форматируя кинопленки, переставляли воинские части местами, и на разных кинопленках мне не раз задают такие вопросы, и я даже в экскурс включил две разных версии. Мы смотрим с детьми, и я задаю вопрос. Вот обратите внимание, как проходят воинские части. Потом вторую смотрим, тоже говорю, посмотрите, как проходят воинские части. Они потом удивленно говорят, а почему в одном кинофильме сначала вот так, потом вот так, а в другом вот так, а вот так. Вот, я говорю, хорошо, что вы это увидите. Вот сейчас я покажу, как было правильно. И вот с помощью грамотно расставленных моделей мы показываем, как двигалась воинская техника, как двигались воинские части. Вообще, экскурсы, конечно, это очень интересная тематика. Вот. У нас существуют и другие, вот, но они уже менее краеведческие, поэтому на них я отвлекаться не буду. Естественно, будучи представителем вуза, я работаю в экономическом университете, мы поддерживаем активную взаимосвязь с разными школами. Наш вуз проводит международную конференцию для учащихся «Алабинские чтения». Вот завтра у нас будут очередные, к сожалению, онлайн мероприятия по этому поводу. Также я участвовал в создании региональной конференции для учащихся и учителей дополнительного образования «Новое поколение», являюсь членом жюри и соорганизатором. Почему об этом отдельно говорю? Те коллеги, которые знакомы с проблематикой доп. Образования, они понимают, что это самое обделенное с точки зрения подобных мероприятий учебное заведение, поэтому мы сделали вот конференцию для своих. Там, конечно, принимают участие и обычные школы, но в первую очередь мы старались вовлечь туда именно доп. Образование, у нас получилось. Вот. Делается это на базе ДШИ номер 8 «Радуга». Кстати, пожалуйста, она открыта для всех желающих. Посмотрите в интернете, интереснейшие мероприятия. И третье, это вот, соответственно, две нижние фотографии. Мы стараемся, вернее, правая фотография, это вот как раз позитивная территория, а левая фотография, это вот новое поколение. На правой нижней фотографии, это 45-я школа. Опять же, я был соучастником, соинициатором создания там регионального проектного форума, который называется «Позитивная территория». Идея, опять же, оригинальная. Мы отказались от конференции. Мы не проводим доклады, а слушаем проекты и пытаемся сравнивать результаты проектной деятельности краеведческого характера. Там две секции. Одна – чистое краеведение, вторая – экология. Но, опять же, они
экологические тоже все краеведческие. Вот видите фотографию одного из финалов конкурса. Мы как раз с удовольствием вручаем очередные награды. И идет, в общем-то, этот форум достаточно эффективно. Вот. Естественно, что у нас есть вовлечение в публикационную деятельность, и стараемся публиковать те материалы, которые разрабатываются по краеведению. Я здесь показал то, что делал для коллег. Ну вот о сборнике я уже говорил. Участвовал не раз в мероприятии нашем, которое называется «Краеведческий педсовет». Вот, выступал с докладами на организованных краеведческих мероприятиях в Самарской области и публиковал вот как раз выпиской из e-library, публиковал статьи, привел одну, но у меня достаточно много там по краеведению публикаций. Вот, в первую очередь с патриотической краеведческой направленностью, мне интересно работать, вот одна из них как раз показана. Пытаемся вовлечь в эту работу самих школьников, поэтому вот на этом слайде представлена моя школа экскурсоводов в Самарском детском дворце юношеское творчество. Это эксперимент 2008-2011 года. Вот, несколько удалось выпустить выпусков этой школы. Очень понравилось в этом направлении работать. Естественно, выпускаем довольно-таки большое количество докладов самых разных. Я являюсь научным руководителем, наверное, уже даже не знаю, как считать. Сотни это точно. Вот, и стараюсь перевести это на более высокий уровень, на российский, там, на международный, публикации сделать. Вот как раз одна из публикаций, которая сделана, опять же, на уровне e-library. Вот. Интересная проектная работа со школьниками проводится при подаче городских и областных организаций. Вот вы видите, к чемпионату мира по футболу 2018 года департамент образования заказал мне работу по участию в разработке палатки. Вот эта палатка, вы ее видите, вот она беленькая стоит на, ну, в данном случае, по-моему, на Грушинском фестивале или на Айволге. У нас на Мастриковских озерах проходят два крупнейших мероприятия. Айволга – это студенческий форум, а Грушинский фестиваль, ну, я думаю, все знают, что это один из крупнейших фестивалей в России авторской песни. Вот. И вот эта палатка, она включала в себя там краеведческую информацию. То есть я участвовал в разработке этой информации, ее дизайне. Вот на стене этой палатки как раз вы видите распечатанную эту информацию. А вот здесь стоят такие стенды. На них стояли 3D-модели, которые представляли самарскую культуру. Вот. Моей задачей было еще вот это, вот мы будем отдельный проект, подготовить группу студентов, школьников и волонтеров серебряного возраста к работе в этой палатке. А причем такая задача мне ставилась дважды, в 2017 и 2018 годах. И, соответственно, удалось подготовить несколько групп. Некоторые ребята были просто супер. Вот, один умудрился, зам руководителя нашего правительства, поправить при посещении палатки, даже вступил с ним в дискуссию. Вот. То есть подготовлены были очень хорошо, и не только не стыдно, но даже вот приятно, что они во время чемпионата мира по футболу рассказывали об истории города. То есть это замечательно, когда не ты сам работаешь, а работают уже подготовленные тобой. Я думаю, прекрасно понимаешь, что в этом и заключается качество и эффективность работы учителя-краеведа. Вот. Естественно, я занимаюсь огромной работой со студентами. Вот покажу пару проектов. Один из них – это статьи по краеведению, мы их много издаем. Вот они, видите, все совместные, да, то есть две фамилии среди авторов. И даже получилось сделать вот такую книжечку. Это был очень интересный проект. В 2014 году мы его сделали со студентами. «Самарские имена Великой Победы». Там было собрано 85 топонимов, которые...
Самаре представляют собой великую победу. Собирали ее студенты. Моя задача была отредактировать и выпустить сборник. Но в случае другом мы пошли со студентами еще дальше. Надеюсь, вы знаете, как тяжело переводить краеведческую информацию на иностранные языки. И вот пять девочек из моей группы, вот они как раз на задней обложке книги все представлены. Вот. Взялись за переводы, то есть пять языков, вот вы видите их, английский, французский, немецкий, испанский, турецкий. Мы перевели 126 часто применяемых терминов и словосочетаний. И вот такая книжка вышла, и сейчас, извините, 186 терминов и словосочетаний. И сейчас она очень активно применяется у нас в городе для решения проблемы гидинга. Вот. Также мы со студентами разрабатываем листы к портфелю экскурсовода. Если вам доводилось на экскурсиях видеть подобные или самим использовать, вы понимаете, о чем я. Вот видите, очень красивые, качественные листы, которые используют дизайн. Вот. И таких мы делаем очень много, все показывать не буду. Естественно, занимаемся проектной работой. Вот здесь представлены, разработаны студентами квизы, которые они с моей помощью проводят для школьников на занятиях по краеведению, участвуют с ними в разного рода конкурсах. Ну и вот последний проект, с которым мне хотелось познакомить, очень любопытный. У меня есть такая дисциплина музееведения, и в рамках нее у меня ребята делают настоящие фотовыставки. Вот одна из них, она была представлена в СГЭУ в 2019 году. Вот фотография, это старые улицы в современном виде. Вот. Потом меня ее попросил безымянский коворкинг-центр. Мы здесь ее повесили уже в пандемию, 2020 год. А сейчас ее перехватил один из детских центров Кировского района. И Самара сквозь века уже демонстрируется третий раз. То есть три раза первая выставка. Вторая выставка собрана только в этом году. Это новая группа третьего курса. И она сейчас представлена в СГЭУ. Вот она. Она посвящена иностранным посольствам в Куйбышеве, столице СССР. То есть в 41-м году и 40... Ну, они там 41 по 43 год были у нас эти посольства. И тоже представляет собой Самару. То есть вот такая интересная краеведческая деятельность на музееведении позволяет вывести студентов на совершенно иной уровень в работе. И вот последний, самый последний, да, проект. Сейчас с одной из своих студенток я делаю карту Безымянки. Есть у нас такой неофициальный район в городе. Начинали мы вот с такого, потом превратилось в такое, в такое, в такое, в такое. И сейчас вот карта выглядит вот в таком вот виде. Люди, которые никогда не видели Безымянку, теперь ее увидят. И она войдет в новую версию атласа, который я сегодня показываю. Ну вот немножко рассказал о тех работах, которые провожу с школьниками и со студентами в рамках краеведения. Готов ответить на вопросы, если необходимо. Четко постарался уложиться во время. Вбитая привычка. Спасибо большое, Глеб Владимирович. Действительно, очень масштабная работа, и я думаю, что если не полностью, то как минимум какие-то направления будут интересны абсолютно каждому педагогу. Они все транслируемы на другие регионы очень легко. Заменяете слово «самарское» на «саратовское» или «иркутское» и продолжаете действовать. Хотелось бы более подробно услышать о работе, о которой вы сказали не так много, и действительно в нашей теме мы чаще говорим о работе с молодежью, но очень интересно было бы услышать о вашей работе с людьми старшего поколения, о которой вы говорили, как происходит эта работа, да, каким образом, достаточно интересно. Спасибо. Во-первых, я много лет уже член жюри и эксперт проектного форума «Айволга». Это аналог подобных форумов по России, там «Территория смысла» и так далее. И у нас там вот есть такая смена, которая называется «Патриот», и в ней уже много лет вот составной частью являются как раз волонтеры серебряного возраста, поэтому я проводил для них лекции, участвовал в жюри по оценке их проектов, как я уже говорил, привлекался вот к подготовке их
к волонтерству на чемпионате мира по футболу. Я не все показал. Я показал сейчас только молодежные разработки, но у меня было три потока подготовки. Я готовил экскурсоводов-волонтеров, готовил волонтеров и готовил вот, экскурсоводов-волонтеров вот для той палатки городской, которую показывал. И везде были привлечены, помимо самой молодежи, еще и серебряные волонтеры. Очень достойные люди, очень приятно с ними работать. У них очень богатые знания. Они знают, что такое Советский Союз, что такое наша история. Очень легко класть на их мощнейший слой знаний конкретику. Легко они ее воспринимают. Совсем не хуже молодежи. Очень контактная аудитория, очень позитивные, такие импульсивные, очень приятные люди. Мне кажется, что они вообще... предоставь им возможность, их там еще сдерживали у нас на чемпионате, они могли вообще этих гостей так, как это, огостеприимить, что те не захотели бы уезжать от нас вообще. Очень позитивное воспоминание. И могу сказать, что молодежь, когда видела, вот хорошо было, что я работал и с той аудиторией, молодежь просто впадала в шок от знаний людей старшего возраста, удивлялась и начинала к ним тянуться. У них возникали дружеские взаимоотношения, это было очень приятно видеть. И могу сказать, что, вы знаете, патриотизм не имеет возрастных границ. Вот эти пожилые люди, они давали молодежи то видение патриотизма, которое мне страшно нравилось. То, чего не хватает. Они им просто делились, не понимая, что они как раз обучают молодежь, и это было здорово. Да, я бы, наверное, вот как раз хотела сделать акцент на том, что именно в плане работы краеведения с историей здесь взаимодействие нескольких поколений, оно играет очень важную роль. И, да, именно передача вот такого опыта личного, который есть у старшего поколения, оно как раз-таки очень влияет на мое молодое поколение. Ну и не могу, наверное, не задать вопрос по поводу нынешнего года, тем более ваша работа, она в большей части связана именно с работой вот экскурсионной. Расскажите, как изменилась в нынешнем году с нынешней ситуацией работа? Ужасно, и... ужасно изменилась. Да, и, может быть, какие-то появились инструменты по привлечению там, молодежи? Ну, да. Ну, если вы обратили внимание на одну из фотографий, которая показывает работу 2020 года, мы со студентами вешали в масках выставку, а на второй, тоже 2020-го, нас вообще нет. Так было задумано, то есть фотография была сделана именно для этого. Мы старались разнести эту работу и старались, значит, не нарушать тех указаний, которые правительство дало по соблюдению масочного режима. Но вот сейчас мы работаем над проектом, поставленным передо мной вузом, и он тоже тяжелый. И вот тяжелый именно тем, что, ну вот как сказать, именно вот свои проблемы из-за пандемии. ВУЗ попросил разработать меня и вот моих студентов маршруты для привоза к нам в гости школьников в рамках профориентационной деятельности. Мы восприняли заказ, да, и вот с группой начали их разрабатывать. Но началось все вне дистанции, а пришлось заканчивать на дистанции. Работа еще пока не завершена. Мы разработали 6 маршрутов, потому что в Самару ведет 6 въездов. Распределили студентов, и каждый из коллективов взялся за свои участки. Проблем очень много из-за вот невозможности встречи лично. Приходится в Microsoft Teams, где работает наш вуз, показывать. Не все видят то, что происходит, не все так, как надо бы в экскурсионной деятельности. То есть у нас идет обсуждение этих маршрутов, мы смотрим, и, к сожалению, пока реализация отложена. Вот мы уже должны были первые маршруты провести, но из-за пандемии не можем и не можем обкатать. И речь уже идет о том, что проект смещается на второе полугодие этого учебного года в реализации. А вы понимаете, экскурсионный материал, пока он не обкатан, он не может считаться готовым никак. И поэтому мои студенты пока не могут поставить себе галочку, что они сделали экскурсию и опробовали ее живьем. А это очень плохо.
Но я очень надеюсь, что во втором полугодии у нас все-таки получится это реализовать. Вот. Однако мои студенты кое-чему научились даже в рамках такого ограниченного ресурса. И вот недавно у меня коллеги попросили одного из студентов для волонтерской деятельности экскурсоводом. Приехал спикер из Москвы, вот он его сопровождал. Спикер очень доволен, студент у меня тоже очень доволен, коллеги, которые попросили помощи, очень довольны. То есть все-таки даже вот в таких ограниченных условиях удалось ребят немножко поднять, и, ну, пусть еще не профессиональные экскурсоводы, но кое-что уже умеют, даже в таких вот ограниченных масштабах. Ну и я надеюсь, что вот те проекты, которые я показал, например, вот языковой словарь у нас двинется в этом году. Тут все проще. Тут у меня дипломница, она делает шестой язык, она делает итальянский. И я думаю, что нам здесь даже пандемия не помешает летом получить обновленную версию книги. Там будет уже не пять языков, а шесть. Так что работаем, продолжаем, развиваемся. И думаю, что даже условия пандемии нам не помешают реализовать наши проекты. Спасибо большое. И, наверное, в заключение хотела бы задать вопрос, касаемо именно высшего образования. Если к школьному и СПО, наверное, это относится меньше, все-таки в любой регион всегда студенты приезжают из разных уголков России, и насколько актуален вопрос краеведения для студентов иногородних, и принимают ли они участие в такой работе? Просто вот чувствуется какая-то личная заинтересованность в этом вопросе. Вы знаете, да, вопрос в десятку, потому что у меня много. Сейчас вообще, вы, наверное, знаете, есть требования Минобра к тому, чтобы в вузах училось побольше иностранных студентов. И у меня даже есть иностранные студенты. Так получилось, что Самарская область граничит с Казахстаном, и у меня каждый год граждане Казахстана разной национальности, как и русские. У меня вообще была забавная ситуация. У меня был поляк по национальности из Казахстана, то есть гражданин Казахстана, но учился у нас, вот, и при этом по-русски говорил не хуже, чем вся остальная группа. И вот таких ситуаций очень много. У нас очень интернациональный вуз в этом плане. Я этому очень доволен. Это соответствует моей жизненной позиции. Вы знаете, мне это с одной стороны. А вот с другой стороны, мне очень многие задают вопрос. А вот я готовлю экскурсоводов помимо вуза, у меня есть школа экскурсоводов, и в рамках вуза идет подготовка. Мне задают очень часто один тот же вопрос. А вот мы получим документ, мы будем уметь водить экскурсии, но сможем ли мы их водить, ну, например, по Москве, или по Питеру, или, допустим, по Торренто, или, допустим, по Лондону? Я говорю, моя задача подготовить вас так, чтобы вы это смогли. И в этом случае, если иногородний студент у нас на уровне с остальными вникает в краеведение, вникает, у нас подборка дисциплин очень удачная, мы преподаем краеведение, экскурсоведение, музееведение, и в итоге на студента с разных сторон наваливаются разные комплексы информации, которые вместе создают такое интеграционное поле, которое действительно становится его собственностью. Он, поверьте, будучи иногородним, может провести экскурсию по Самаре лучше, чем обычный самарец, не подготовленный для этого. Это уже достижение. Но при этом, если он вернется в свой регион, он будет там докой, потому что ему будут даны технологии, ему останется будет просто освоить комплекс знаний и все. А если он приедет в третий регион, он там будет так же, как и в Самаре, он также будет идти. То есть технология освоения ему дается вместе со знанием. Таким образом, он универсал и справится в любой точке мира. Это наша задача. Это одна из базовых целей, которая заложена в наше образование. И я считаю, что только так можно обучать. Поэтому я не буду говорить за другие дисциплины подобные, другие вузы, но это вот мое видение ситуации. У меня еще никто мне не сказал, что вы меня подготовили плохо, я в другом городе не смог справиться. Такого не было ни разу и не будет.
Спасибо большое. Да, вот Пожалуйста. одна из целей, собственно, наших лекций, она схожа, потому что все идеи, которые сегодня высказывают наши победители конкурса, они масштабируемы, об этом говорили и вы, поэтому Я старался как раз попасть. Такая копилка из лекций от 43 педагогов, победителей конкурса, я думаю, будет полезна для всех краеведов из 85 регионов России. Большое спасибо за Пожалуйста. сегодняшнюю встречу, Глеб Владимирович. Хотела бы напомнить нашим участникам о том, что сегодня у нас состоится еще одна лекция. А сегодняшнюю нашу встречу вы сможете посмотреть не только в прямом эфире, но и в записи. Большое спасибо, всего Пожалуйста. доброго, до скорых До встреч. свидания. До свидания.